Всем привет, дорогие друзья! С вами Дмитрий, и вы на моем канале Кэтч Кухня. Сегодня готовим с вами очень вкусненький, необычный рецепт. Сегодня будем готовить с вами ленивые ватрушки с корицей, с творогом, с орехами, но обо всем по порядку, так что не переключайтесь. Ну а мы будем начинать. Возьмем одно яйцо, пол-литра молока, 20 грамм дробленого миндаля, 200 грамм творога 9%, 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки корицы и большие баранки 6 штук. Что мы сейчас сделаем в первую очередь? У нас баранки, они же плотные, жесткие. Почему мы взяли баранки? Потому что это ленивые ватрушки. И нам сейчас их нужно будет размягчить. Мы опустим в молоко, и когда они размягчатся, мы потом их начиним и запечем. Пока плавают наши баранки в молоке, мы сейчас сделаем для них начинку. Она будет состоять у нас из творога, яйца, сахара и корицы. Вообще максимально просто и максимально быстро. Давайте смотреть. Все, теперь возьмем тару. Положим туда наш творог 9%. Добавим туда корицу и сахар. И разобьем одно яичко. Одно яичко нам будет служить как для связки. И все это дело сейчас размешаем. Все, наши бараночки размякли, они у нас стали сверху мягкие, а внутри сердцевинки они остались плотно. Такими их и надо делать, чтобы они просто не развалились у нас вообще. Сейчас мы их положим на противень, начиним, посыпем орешками, запечем. Ну, давайте смотреть. Он у нас уже в пергаменте, я его полил растительным маслом. Теперь берем наши бараночки и выкладываем по одной. Баранки, как в детстве. Приезжаешь к деду в деревню, он постоянно пичкал, правда, не баранками, а сухарями. Чай с сухарями постоянно мы вот так пили. Кладу вот так, чтобы в печке пергамент не завернулся. У меня просто обдув стоит еще на духовке. Теперь возьмем наш замесик с творогом и вот сюда вот так мы кладем. И так в каждую баранку. Теперь посыпем орехами. И вот так вот аккуратненько сверху посыпаем орехами. Похоже очень сильно на ватрушки. Вообще не отличить. И самое главное, делается вообще 10 минут времени. Вообще простой, легкий рецепт, очень. От ватрушек вообще не отличишь. Сейчас запечем, вообще не узнаем. Теперь берем эти великолепные ватрушки, которые заслуживают вашего лайка и вашей подписки на мой канал. Сейчас мы их поставим в духовку на 15-20 минут на 180 градусов. Смотрите, вот такие замечательные ватрушечки у нас получились. Они у нас пропеклись. Очень нежные, такие пышные получились. Сейчас мы их попробуем. Положим на тарелку. Возьмем обязательно молоко. Офигенные ватрушки. Вот офигенные просто ватрушки. Они прям вот от таких, от нормальных, прям вообще не отличаются. Тесто бараночное, оно очень классное. Очень нежное получилось. Вкусное. Единственное, чтобы я только добавил для себя немножко больше сахара. Приготовить на завтрак. Вообще за 10 минут эти ватрушки. Проблем никаких не составят. Детей угостить, накормить. Они вообще будут только в восторге. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие вкусные видео. Рецепт напишу в описании. До новых встреч. Увидимся в следующем ролике. Пока!